Рубрика сегодня абсолютно вдохновлена Байкалом, который вчера нам подарил невероятные эмоции, силы, энергию, ныряние в холодную воду. И сегодня, конечно, руки сами бегают по струнам. Голова фантастически настроена, работает. Никогда не было вот такого гитарного концерта, поэтому это, я уверен, что запомнится зрителям, потому что публика настолько избалована. То есть этот фестиваль, здесь были лучшие оркестры, был Темирканов, Башмет, то есть просто суперзвезды, и поэтому как бы что-то сделать новое, чтобы их чем-то удивить, довольно сложно. На самом деле тоже очень хочется еще добавить, что сегодня гитара звучала вместе с контрабасом. Два как бы родственных, интересные. Ничего себе, как бы. Очень родственных контрабас инструментов. Контрабас практически как гитара, а я еще и быстрее играю, чем вы. Можно проверить. Это можно скоро читать книгу Рекорда Гиннесса, и вы услышите новый рекорд. По сути, это было три гитары. Я сегодня контрабас специально и настроил по звуку, чтобы быть именно с вами в балансе. А то, что касается вот этого второго отделения, в котором я принимал участие, конечно, это все равно уже не совсем академическая классическая гитара. И абсолютно полностью я должен отдать дань Андрею Иванову и Денису Мацуеву. Это люди, которые меня заставили в свое время начать играть джаз и блюз. И сегодня на сцене это делал... Великолепно. Я не хотел этого сказать, но я... Не-не, потрясающе. Во всяком случае, спасибо огромное, Андрюша, за то, что вообще... И Денис, конечно, за то, что гитара... Классическая гитара, фламенко-гитара появляется на таком высочайшем уровне. Мы желаем Иркутску продолжения фестиваля. Вива Иркутск, вива Испания, вива гитара, вива Россия.